Шилы, как известно, бывает шея. А стёрксова шибула вышивать. Хорошо переносит засуху. При этом у нас даже не хочет. Бывает. Бесконтрольный зеленый живет на сушке. Посмотрите, под погоном купите дорогу. Хоть я рассказывала, Воронцовская дорога. Вот именно вот эта первая дорога, которая была построена вдоль южного берега Крыма. Из Симферополя в Севастополь проводили через Ялту Байдакскую дорогу. На нашем пути сейчас первая опора. Когда мы ее проезжаем, легкое покачивание в обочине, поэтому она называется весовые качели. Входит еще одна, последняя. Она так и называется, последняя надежда. Под нами раскинулся виноградник. Ведь совхоз Ливадия здесь выращивает виноград сорта Каберне. Вы очень хорошо знаете это вино, выводит радио на людях. Также этот сорт винограда входит в состав многие другие вина, такие как портвейны, шампанские. Самое известное вино, которое у нас изготавливает, это сорт винограда. В него входит портвейн красный Ливадия, любимое вино последнего русского царя Николая II. Посмотрите, как виноградник растет под углом 45 градусов. Такое расположение говорит о том, что виноград получает лучи солнца, как при экваторе. А чем больше солнышко получит яблоко, тем оно сладче и вкуснее вино получается. Видите, почва, на какой растет виноград, и на камне. Вино хорошо удерживает влагу, а камни не выбивается до 70 градусов, очень тепло отдают винограднику. Поэтому у нас очень сладкий виноград созревает. Из него мы с вами заготавливаем вкусные десертные вина. С левой стороны гора Крестовая. Если у вас хорошее зрение, посмотрите на левой макушке, которая на понижение идет, крестик установлен. А некоторым эта гора напоминает стадо носорогов, бегущих вниз. И поэт Делерошкин написал, будто стадо носорогов по дороге в Семис, скалы каменных отрогов отойдет и смотрят вниз. Сейчас под вагоном вы еще одну дорогу увидите. Это современная трасса. В начале 70-х годах нужно остановить от города Герой Севастополь. А все, что выше дороги, это Ялтинский горно-лесной заповедник. Вот именно в этом заповеднике только найдет и на своем будущем. Экскурсия продолжаться. И нас уже окружает второй пояс растительности сосна крымская. Сосна крымская очень фитонцидная. Фитонциды ее на ранней стадии способны убить туберкулезную палочку. В сутки 1 гектар выделяет около 4 кг фитонцидов. Ночью прохладный ветерок, спускаясь с гор к побережью, захватывает их с собой, смешивает с морским ионизированным воздухом. Поэтому многие наши здравницы занимаются климатолечением. Посмотрите на этот сказочный лес. Вы вспомните сказки «Варвара краса, длинная коса», «Приключения Буратино». Именно в таких лесах вдоль южного берега Крыма Александр Роу снимал свои знаменитые сказки. А вот с правой стороны от нас, в этом сосновом лесу, Федор Бондарчук снимал фильм «Обитаемый остров», первая серия. Средняя станция канатной дороги называется «Сосновый бор», 391 метр над уровнем моря, является сердцем канатной дороги. Здесь находятся все механизмы управления. Тут мы с вами сделаем пересадку во второй участок канатной дороги, пройдем контроль. Все в руках держите по одному билету. Контролеру отдавайте, не сопротивляясь. При выходе и входе в следующий вагон внимательно смотрите подножки. Как принцип сообщающихся сосудов. Вот, как только он отошел, вот он уже наверняка там отошел, и если он отошел от горы, мы сейчас к нему также с такой же скоростью полетим навстречу. Самое интересное, что когда вагон будет пролетать мимо нас, у вас создастся такое впечатление, что вагон летит, а мы как бы медленно-медленно едем. Но это все кажется, потому что на самом деле скорость относительно друг друга у нас будет одинаковая. Вот, где-то около 8 метров в секунду. Нас продолжает сопровождать наш роскошный крымский лес, наш заповедник, который, к сожалению, очень часто страдает от пожаров. Пожары были разные. Особенно известны были два пожара. Конечно, мелкие были. А вот сейчас, когда мы приподнимемся над этими роскошными соснами, вы увидите, что они станут совсем маленькими, как будто в такой зеленый горшок. И налево посмотрели, вон на пригорочке светится солнышко, и лысина видна, вот хорошо. Но это кусок.
кусок вы только видите, потому что дальше, если бы мы пошли, мы бы увидели творение харьковского туриста. Ну, недавно мы почитали, вышло вроде 8 лет. Я вообще читала книгу, сказали 8. Значит, 8 лет тому назад, это чудо, влез на, не знаю, куда он там влез. Короче, слез он не мог и вообще дал, значит, сигнал, вы меня снимите. Снять его было очень сложно, потому что он залез так, что, во-первых, его и не видно было. И он решил себя сделать видео. Сначала он махал там майкой, а потом, я так понимаю, он нарвал только стоя и поджег. Понятно, да. А поскольку здесь ветер, он часто бывает, этот ветер такую силу дал, а это была жара. Лесники бросились его спасать, они его заболели, его правда спасли, ну я не знаю, говорят, что его посадили, но смысла я не знаю, студент, мозгов нету. А вот смотрите направо, вот здесь пожар, вот про это мало кто знает, это пожар 1972 года. Значит, здесь уже, конечно, трудно увидеть, но все равно проплешины видны, деревья высокие, и лужня такая стоит. Вот это то, что высаживалось потом в 70-х годах, когда тушили этот пожар, в общем, очень плохо. Я так думаю, здесь есть. Сейчас налево все смотрят, хотя вдали у нас дома. Мы все равно видим сильно, обратно будет, и она будет черная. Сейчас мы смотрим кольку и видим голову с лампадой, пушка, на шейке шарфу, вы смотрите, выгнутая спинка, она как будто так на кожу не собирается прыгнуть, кольку обрезан дорогой, у носа кожи там еще крестовый стоит, это скала лебедя священная, и скала лебедя. Ну, я когда говорила о пожарах, я хочу вам сказать, что есть, конечно, здесь особые деревья, которые так бежали, так им страшно было от того, что, не дай бог, они тоже сгорят. Вот они так запрыгнули на лес, и так и заслужили. Это наши знаменитые сосны, шоколадные или скальные. Такой сосны, очень длинный корень, она живет за счет скалы. А поскольку альпеты является коралловым рифом, то надо сказать, что кроме вот этих вот редких деревьев, здесь еще много цветов. Поэтому я вас и моя коллега Валентина Николаевна просит, защитите. Не рвать ничего и ничего не нюхать, потому что в большинстве своем многие цветы здесь ядовитые, поняли, да? А то на днях мне принесли люди, сыграть маном, но дали бы ко мне ночью, мне дали, ну кошмар. Поэтому ничего не рвать. Мы сейчас целуемся прямо с Айпетой, причем обратите внимание, сейчас наш вагон сделает такую остановку, это называется остановка по требованию. Значит, на этой остановке желающие могут пройти и самостоятельно посмотреть, что им понравится. Обратно мы их заберем. На левую сторону, смотрите, такое рыжее пятно и желтая металлическая опора. И там видно, значит, кораллы, один такой большой коралл напоминает голову козлика. У него глазик, носик, смотрите, он как голову нишку держит. Но вот здесь или фильм снимали, не знаю, что вот эту вот снимали, часть, значит, шкурки Айпетри. А так, если всю кожу снять, то мы практически увидим с вами огромный коралловый риф, имя которому Айпетри. Мы поднялись на Айпетри спокойно и красиво. Каждый сейчас выходит в своей комнате. И помните, что бы вам тут что ни предлагали, никто ничего самостоятельно никуда не будет.